Всем привет! Вы на канале Люськины рецепты. Сегодня будем готовить очень вкусный творожный пирог. Этот рецепт для тех, кто любит мало теста и много начинки. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте еще больше вкусных рецептов и полезных кулинарных советов. Сначала подготовим все, что нам понадобится. Затем замешиваем тесто. Просеиваем 550 граммов пшеничной муки. Кладем в нее 250 граммов размягченного при комнатной температуре маргарина или масла. И хорошо перетираем все в кружку руками. Добавляем щепотку соли, 60 граммов сахара, 30 граммов какао-порошка. Размешиваем. Делаем по центру углубление. Выливаем туда 4 яичных желтка и чайную ложку соды, погашенной столовой ложкой уксуса. Перемешиваем. Выкладываем получившуюся смесь на стол. И продолжаем вымешивать тесто руками. Оно должно собраться в шар. Помещаем шарик теста в пакет и отправляем в холодильник примерно на 1 час. В это время готовим начинку. Высыпаем в глубокую миску 1 кг творога и перебиваем его погружным блендером, чтобы не было комочков. В полученную массу добавляем 1/2 чайной ложки соли, пакетик ванильного сахара, 300 граммов обычного сахара, 4 целых яйца, 4 белка, 60 граммов картофельного крахмала и снова пробиваем все блендером до получения однородной массы. Затем добавляем 100 граммов растопленного охлажденного сливочного масла и взбиваем до однородности. Дальше берем глубокий противень от духовки со стандартной плиты, застилаем его бумагой для выпечки и натираем туда половину охлажденного теста. Полученную стружку распределяем по всей плоскости. Сверху выкладываем творожную массу и аккуратно ее разравниваем. Прямо над начинкой трем на крупной терке оставшуюся половину теста. Стараемся, чтобы слой получился равномерным. Затем отправляем пирог в заранее нагретую духовку. Температура 220 градусов. Время выпекания 40 минут. После чего даем пирогу полностью остыть. Разрезаем его на ромбики или квадраты. И подаем к столу. Вес готового пирога примерно 2,5 килограмма. Приятного чаепития! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.